Вы смотрите новости сейчас. В студии Сергей Козлович. Добрый день. Минск и Тбилиси создали прочный фундамент для развития отношений. Об этом сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с Георгием Маргвелашвили. Он занимал президентский пост в Грузии с 2013 по 2018 год. Этот период был продуктивным для межгосударственного диалога. Наши страны смогли заметно продвинуть сотрудничество. Известно, что Георгий Маргвелашвили примет участие в форуме «Минский диалог», где обсуждаются вызовы для европейской безопасности. Между политиками сложились доверительные и дружественные отношения, поэтому встреча во Дворце независимости получилась по-настоящему теплой. То, что сейчас происходит в Грузии по отношению к белорусскому продукту вообще, любому, который вот импортируется с Беларуси, это я тоже хотел, чтобы вам вот просто лично сказать. Грузины просто, для них торговая марка «Беларусь» это уже стало таким серьезным брендом. Здорово. Когда-то мы с тобой мечтали о том, чтобы заложить фундамент наших отношений. Я помню первый. А сегодня уже у нас что-то получилось. Уже можно выстраивать дом какой-то. Сегодня на белорусском рынке действуют 17 предприятий с грузинским капиталом. В свою очередь в Закавказье работает 20 наших представительств, дочерних предприятий и дистрибьюторов белорусских компаний. В Минске буквально полчаса назад стартовал масштабный международный форум «Европейская безопасность. Отойти от края пропасти». В официальной церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Владимир Макей и программный директор по Белоруссии, представитель фонда имени Конрада Аденауэра Якоб Велинштайн. На фоне новых глобальных вызовов существующая концепция стратегической стабильности выглядит устаревшей. От мирового сообщества требуются совместные действия, единственный путь к которым – равноправный и взаимоуважительный диалог. На месте аварии на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе работают следователи, инспекторы ГАИ и эксперты. Этим утром на территории предприятия столкнулся автобус с людьми и грузовой «Мерседес». Нам удалось получить комментарии от Следственного комитета. Предварительно установлено, что сегодня примерно в 8:30 водитель грузового автомобиля «Мерседес», двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил дорогу автобусу «МАЗ», который двигался по главной. От удара автобус опрокинулся. В результате ДТП 33-летний работник предприятия, ехавший в автобусе в качестве пассажира, скончался на месте происшествия. Еще 11 пассажиров автобуса с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. В Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии в области медицины и физиологии. Ими стала группа британо-американских ученых, изучавших реакцию клеток на кислород. Завтра назовут обладателя премии в области физики. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Всего доброго.